Куда поехали? Мы поехали рыбачить на озеро. И у нас полный состав, да? Все, кто на пупы едет. А Паша не едет. На пупы. Что такое пупы? Манькопуляр. У нас плановый выезд. Так, у нас УАЗик. В УАЗике, значит, два снегохода. Буран и арктический котик. Ромин, сейчас Рома приедет и поедем. У нас Nissan Patrol, там прицеп и снегоход Бирпи Скандик. У нас УАЗ Патриот, там стоит Викинг. И там дальше еще Нива с прицепом тоже. А что в Ниве? Что в Ниве? Нива мулами, говорю. Нет, вон, в той Ниве. Там картошка, картошка. А, там витинг. Там алкоголь. И картошка. И Эдик еще на горнике. Да, сейчас Эдика в мулами заберем и поедем. Так, может, Дениске танки поместить? А где Пашин снегоход? Пашин самый крутой снегоход. А вот и Паша. Вот закиньте под этим на этот. Да, взял ваш рюкзак. Вообще, если честно, эти рыбаки бесят. Им все время надо рано выезжать. Это самый первый рыб бывает, не подыгал. Я бы еще спала и приехала только в 10 часов. Рома приехал. Зафиксировал. У нас что-то так много, что мы не можем разъехаться. Получается, мы опять только тебя ждем. Доброго утра. Ну, блин, такая у меня изюминка. Сколько время? Время ровно. Как обещали, в 5 подъехали, я подъехал. Сейчас быстренько подберем. Все, все готовы? Ничего не забыли? Эдика забыли. Ключи. Знаешь, что забыли? Ключи от танка. Ты спальники замочил? Да. С вечера вчера. А что это вы тут все собрались? А что это вы тут делаете? А это кто идет в темноте? Ты тент-то зачехлили, на ветру разберет. Я бы предложил Радмиру вот так вот проехать. Вот так вот. Но он не хочет. Давай тапку в пол. Чем по болоту не хочет развернуться? Стесняется? Уже на УАЗике. УАЗик, УАЗик, а валидок-то не защитил, блядь. Вот сколько опор. Ну вот, даже не застрял.
сани. О, Эдик, раздолбай. Уехал, даже не заметил, что сани потерял. А что, они оторвались, нет? Или просто отцепились? А, он, наверное, их... А, не, оторвались. Оторвались. О, ё-моё, а как теперь? Ну, что-то надо думать. Надо. Открутился. Открутился гайка. Открутилась гайка. Сейчас что-то будем мастерить. А Эдик даже не чухнул, что у него легче стал снегоход немножко. Ничего не потерял? А я вышел такой, смотрю, такой нормально, вроде втыкаются шипы, даже не заметил, что прицепа нет. Открутился рым-гайка. У тебя он остался тут, наверное? Да. Они у тебя как так крутятся-то? Я не знаю. Или резьбу сорвало? Я пикбан и мисс. Хорошо, что хоть это не потерялось, да? А, нет, пружинка потерялась. Да? А ты переставь их местами. На ютубе увидите. Паша, скинь. Фул скинешь. Это видеоблог, да? Бля, ни одной птички не было. Настя уехал. Знаете, они почему они все повернулись? Мы окно выпускаем, это моя. Рассвет с другой стороны. Паша, скинешь пол. Вот сколько проехали. Вот это проехали. Одну штуку. Где рубалка? Блять, я хочу ее там сейчас. Люблю тебя. Все отвернулись, Паша лунку прожигает. Классно. Можно нарубить виски. Вот так вот покружить здесь. Ой, я вот тебе что, вот этот залив, ты вот сюда пошел, 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 ставить. Эдик, помоги, брат, ты все работаешь. А? А что у вас девчонки копают, а вы стоите? А мы командуем. А они все фитнес. Анжелика за мужа отрабатывает. Мужа в этот отправили, как его, ссылку. Да. Что-то вас много здесь. Что с вами? Не живет? А, вы другой, да? Надо занести это. Ну что, давайте, как говорится, за знакомство, за компанию. Кто-то кому-то говорит, кто-то старик, человек простой. Ну, как говорится, не понимаешь, о чем, да? За сборы. Да я понимаю, блядь. Я им хотел нахуй там по этим, по нахуй там. Так, продолжается, продолжается. Два татарина в компании, это плохо. Один пытается, блядь, перебодать другого. Еще у рыбаков есть печь. Она вот прям вот таким кубиком. Возится, не разбирается. Она же не разбирается, Паш? А, вот она вот так и есть. Вот только она ножки. Же больше, правда, становится, здесь экран ставится. Только ножки вставляются. Че, вы первый раз ее ставите, да? Почему? Нет, печку. Печку, да? Печку, да. У туристов печка очень маленькая. Давай, наверное, большую машину. Вот здесь лезет. Прям. Мой огромный печь. Они специально возят а? Себе печка картонку. Чтобы печку ставить. Кануливай. Я вот не знаю, как вот это будет. Так. Здесь. А, это экран для палатки, да? О, ничего себе. Тут вообще все по-другому работает. А в самой печке труба. Оказывается. Раз, два, три, четыре,
из 5 секций, да? Ни разу не видела, как эту печку собирают. Там какая-то должна быть. Раз. Взвесится. Еще пельмени не это не дошли. Осторожно, не сломайте. Здравствуйте. О, баллоны с пропаном. Я все смотрю, чтобы Эдик упал. Главное этот момент не пропустить. Че, ты пойдешь дальше? Это слияние двух речек. Вот. Одна туда, одна туда и одна туда. Доставайте спиннинги. Ну ты падать будешь, нет? Мы тут кино снимаем. Падать будешь? Что, зря пальцем морозим? Я не знаю, как это произошло, но это как-то произошло. Эй, красавчик. Он тут спать вообще-то лег, а мы ему мешаем. Диагностика подвески, что ли? В полевых условиях. Живой хоть? Давай топор, что? Рубим. Давай, знаешь что? Я сейчас на них наступлю. Да зачем? Давай их рубанем. Она все равно бестолковая. Не получится? Видя, мы в ней покупаем. Нет, так ты не поднимешь. Что тут починить? Прицело? Иди-ка. Какой живучий. Половишь. Никому не надо. Всем предлагаю. Сейчас назад еще. Давай. Он назад не поедет. Не, мы назад не они вперед тянут. Разорвем сейчас его. Кто больше так не делает? Сахара набрать хочешь? Не, ну, какого года масса?
Смотри, шифер даже сюда завезли. И капкан. Да все в копоти. Че, есть что поесть? Ну а че, по большому счету ты в лесу, вот тебе печка. Носки есть. Прошел грейдер и все почистил. Классно.